4. Там внизу дамба, и вода собирается. Сюда немножко не видно. Чего ты боишься? Красота какая, смотри. Подъезжаем к водопаду Миломерец. Классно, скоро мы увидим этот водопадик. Такой тут резкий спуск. Немножко страшновато ехать. Ой, такое впечатление, что машина сейчас поедет сама. Просто как неуправляемая. Катаракты с Миломерец. Ой, мама. Смотрите, как тут узко вообще. Боюсь, что две машины не разминутся. Как они тут так делают, такие дорожки. Миля, Миля. Да капец, Мила, Антониса там будет. Да, ужас, такая высота. Вот это ехали по серпантину. Жуть какая. Чтоб понятно было. Ни хрена не видно. Будет видно. Не взяла свой. Красивые этот. Вот эти, смотри, отсевшие. Видишь, цветочки такие, смотри. Это как колючки. Вот нам нужно эти взять с собой. А ехать было страшно очень. Серпантин такой сильный. Высота какая, Матерь Божья. Здесь снимать сериалы нужно. Тут еще и под ноги надо смотреть. Ты видишь, оно разрушается. И телефон покрепче держи. И телефон покрепче в руках держи. Ступени вырубанные прям в горе. Какой мостик. Вода пробила себе дорогу. Вот там вот ущелье прямо найдет. Здесь прохладно. С такого солнца, с такого зноя мы зашли прям в полную прохладу. Вот в каком ущелье. Какие огромные деревья. Корни питаются этой водой. Конечно, нужно селфи. Идем с тобой. Огромный. Вниз. Вниз. Потому
видишь? Там и зелень, потому что вода, видишь, туда в долину. Вода, да. И огорожено, чтобы никто сюда не шел. Смотри, уже как мы высоко заехали. И как еще высоко есть. Одышка у тебя, да? Ну, поднималась. Ну, давай не очень быстро. Ничего страшного, сейчас пойду. Да.